Теперь для всех бизнесменов, использующих приложение Ашик, сняты ограничения по времени работы. Это касается любой зоны и всех объектов, допускающих посетителей как зеленым, так и синим статусом. Практически без ограничений смогут проводиться любые торжественные и спортивные мероприятия. Свободнее будут действовать также и ТРЦ, спортивные, религиозные и развлекательные объекты. Единственным условием для этого служит зеленый статус у работников и посетителей. Хорошую новость объявили и невакцинированным. Их будут запускать во все зоны, аэропорты, вокзалы, банки, гостиницы и салоны красоты, а также образовательные учреждения. Предприниматели, в свою очередь, рады послаблениям, но рассчитывали на большее. Предлагалось бизнесом и Атамекеном. Безусловно, это, скажем так, необходимость ТРЦ, торгово-развлекательным центром, работать только для клиентов с зеленым статусом. Мы предлагали дать им возможность работать для граждан, имеющим синий статус, потому что это, в принципе, не говорит об их эпидемиологической какой-то опасности. Это лишь говорит о том, что по нему нет никакой информации государства,